Фестиваль джазовых искусств, задуманный Даниилом Крамером, открылся сегодня в концертном зале имени Чайковского. Он называется «Jazz Collection», состоит из нескольких проектов и ориентирован на расширенную аудиторию. К любителям джаза прибавились балетоманы, любители эстрады, танцевальной музыки, фольклора и те, кому просто любопытно знать, как выглядит попытка соединения в одном фестивале разных, казалось бы, абсолютно противоположных друг другу искусств. Репортаж Анны Урманцевой. Они надели пуанты, но это еще ничего не значит. Те, кто думал, что классический станок будет смотреться чужеродным на фоне джазовой гармонии, сокрушили аплодисменты окружающих. Кстати, среди сомневающихся был руководитель проекта «Джаз и балет», хореограф, постановщик Анна Плесецкая. Я не сочетаю жанры. Из этого никогда не получается ничего хорошего, потому что один и тот же человек не может делать все хорошо. Но джазовая стрела, посланная Даниилом Крамером, попала в самое сердце. Результат — спектакль «Город глазами джаза». В каждом номере свой стиль. Ну и, собственно, джаз. Правда, с небольшим цыганским акцентом. И скрипичный голос принадлежит цыгану румынского происхождения, но не живущему во Франции, Флорину Никулеску. Он тоже вполне вписался в идею фестиваля. Создавать еще один джазовый фестиваль? Зачем? А вот те удивительные по красоте, удивительные по мощи проекты, которые существуют вокруг этого искусства, они нуждаются в отдельном фестивале. Хотя не стоит забывать о том, что вначале был джаз. Анна Урманцева, Владимир Полунин, служба информации телеканала «Культура».